Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге victan.info. И темой сегодняшнего моего видеовыпуска будет несколько секретов, да-да, вы не ослышались, именно секретов, как можно, активно отдыхая, оплачивать собственные энергии за исполнение собственных желаний в эгрегорные группы. В комментариях к одному из моих видео на ютубе пришло такое письмо. Одна подписчица написала мне, что Виктан, наверное, в эзотерическом кругу вас недолюбливают из-за того, что я безоплатно, а вы знаете, почему я так говорю безоплатно, потому что я не люблю слово бесплатно, вообще бесуплатно. Это слово не произношу, поэтому говорю безоплатно, делюсь с вами секретами. Да, многие знают, что мои услуги платные, поэтому я трачу часть своего времени для того, чтобы безоплатно поделиться с вами секретами. Итак, перейдем ближе к делу. А именно, тогда, когда вы отдыхаете или чем-либо занимаетесь, пускай это будут спортивные какие-то мероприятия или активный отдых, вы так или иначе тратите некоторую часть своей энергии вместе с адреналином. Когда у вас в крови повышается адреналин, то так или иначе у вас выходит некая энергия, которая идет в эгрегорные группы. А как нам уже известно из моих же видео, из моих семинаров, чтобы получить желаемое, надо оплатить в эгрегорные группы некоторую порцию нашей энергетики. То есть, когда мы визуализируем, когда мы повторяем, когда мы делаем коллажи, когда мы делаем там чеки изобилия и так далее и тому подобное, инструментов очень много, то есть мы вырабатываем некую энергию в эгрегорную группу, которая эгрегорная группа нам выстраивает событийный ряд. Так вот, следовательно, тогда, когда идет большой выброс энергии, мы тратим свою энергетику на эгрегорную группу. Так вот, почему бы именно этот момент не использовать во благо себе? К примеру, сегодня 31 августа 2016 года. Последний день лета, вернее, уже ночь, а уже 1 сентября, но не суть. Так вот, лето закончилось, и я провел этим летом несколько раз со своими детьми в аквапарке. И все, кто меня знает, когда я выражаюсь, говорю, я так классно в аквапарке отработал, они не удивляются. Ибо знают, как я использую эту секретную методику. А что происходит в аквапарке? Многие там боятся, прыгают на эти горки, спускаются, бах, в воду, выбрасывают кучу адреналина, кучу своей энергии. И эта энергия, по сути, она уходит практически в никуда. Я считаю, это расточительство. Поэтому я и собрался поделиться секретом. Итак, когда вы спускаетесь, к примеру, с горки в аквапарке, у вас происходит выброс адреналина и выходит некоторое чувство страха, то есть вы тратите энергию. И если в этот момент загадывать свое желание, следовательно, это к этой энергии, которую вы будете оплачивать, то есть выбрасывать, да, из себя, эта энергия будет подписана вашим желаемым. То есть, к примеру, если вы спускаетесь с горки и говорите, я хочу новую машину там, или я получу, вернее даже не так, я получаю новую машину, которая мне кайфово и везет и так далее и тому подобное, которая мне приносит радость,
вы быстрее оплачиваете в эгрегорную группу, то есть во Вселенную, тратите определенную часть энергии, уже подписанной. Она подписана за что вы потратили эту часть энергии. То есть, к примеру, когда у вас выходит сильный страх, когда вы испугались, либо когда вы сильно радуетесь, у вас идет психоэмоциональный всплеск, вы вырабатываете энергию. И если ее не обозначить и не направить, не подписать, грубо говоря, да, то она уходит практически в никуда. Это кощунство. Кощунство так ее использовать, так тратить собственную энергию просто вот в никуда. Поэтому, когда вы спускаетесь в город, когда за вами бежит собака, которая хочет укусить, и вы в этот момент говорите, я хочу выйти замуж успешно, да, убегаете от этой собаки, это желание будет быстро исполняться, потому что вы оплачиваете в эгрегорную группу большую часть энергии своей. Но, к сожалению, лучше пускай не бежит за вами собака. Тогда, когда бежит собака, особенно большая, и хочет укусить, человеку очень сложно загадывать желание. Но вы можете использовать другие методы. Это, к примеру, прыжки с тарзанкой. Это прыгнуть с парашютом. Представляете, вот за этот промежуток времени, пока вы летите, с парашютом, сколько адреналина. Это поход в лунопарк на качели. Это вот я, к примеру, использовал аквапарк. Я использую подводную охоту. Вот на заднем фоне вы увидите. Я занимаюсь подводной охотой. Ночной, представляете, я опускаюсь без баллонов на определенную глубину в поисках там рыбы. Да, я прекрасно понимаю, что ни одна рыба, каких бы она размеров бы не было, она все равно не стоит человеческой жизни. Но это всплеск эмоций. Это энергетику, которую я так или иначе трачу. Так вот, когда мы проговариваем, подписываем, как я называю, эту энергетику, которую выбрасываем, да, это не напрасно становится потраченная энергия. Это оплата за ваше желание. Идите в фитнес-зал, пейте грушу, как я делаю, подтягивайтесь, бегайте. Тогда, когда занимаетесь выбросом энергии, да, это даже происходит при оргазме. Но, правда, не рекомендую при оргазме использовать эту технику. Вообще-то вы кайф немножко будете терять. Хотя я знаю, что многие используют эту технику и при оргазме, да? То ваша энергия будет уходить в определенное русло на оплату. Вот такой небольшой, но очень-очень эффективный секрет, которым я лично пользуюсь уже не один год и который действительно приносит свои плоды. Пробуйте. По крайней мере, вы этот секрет не купили, я с вас денег не нажил, я поделился с вами честно, откровенно, искренне, от чистого сердца, от своей доброй души. Если понравилось, ставим лайки. Не понравилось, хотите плюнуть мне в душу, ставьте дизлайк, подписывайтесь на канал, ибо дальше будет действительно интереснее. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно! Дальше будет интереснее.